В Люберецком ДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Гостей праздника ждал концерт, поздравления и награждения. Подробности у Марии Лапчевой. Этот год для люберецких социальных работников особенный, юбилейный. Ровно 25 лет назад была создана социальная защита Московской области. И вот уже четверть века эти люди беззаветно отдают себя любимой, но такой непростой работе. Самое радостное – это когда человек, получив помощь от нашего социального работника, реальную помощь, говорит огромное спасибо. А когда самое грустное – это когда мы работаем с разными категориями, людьми. Люди, которые уходят из жизни, с которыми мы много работали, и человека не стало. Это очень печально, очень грустно. Социальный работник – это глаза, руки, ноги человека, который сам не в состоянии что-либо для себя сделать. И сегодня эти люди отмечают профессиональный праздник. Все песни, танцы, поздравления, награды, цветы и слова благодарности только для них. Есть профессия от Бога, как говорят, это учить, лечить, судить. И в этом перечне нету профессии социального работника. Но у вас профессия от Бога. Вы занимаетесь божественным, предельно нужным, необходимым делом людям. В городском округе Люберцы социальной работой занимаются более 400 человек. Людей, нуждающихся в их заботе, свыше 100 тысяч. На содержание социальных учреждений по округу выделяется около 2 миллиардов рублей. Но эти деньги не смогут заменить теплоту и любовь, которую каждый день дарят своим подопечным эти люди. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.